Доброго времени суток, уважаемые пользователи и гости канала Escape TV. С вами снова я, Артем Плотников, и сегодня мы продолжаем играть с вами на Diamond Roleplay сервер Sapphire, друзья. Вы не поверите, я, короче, работал на лесопилке, прокачивал свой уровень до второго, получил зарплату, короче, решил снять денежки, снял денежки, заработал я 2000 рублей, или... А, нет, тут же доллары, друзья, 2000 долларов, и... Уже хотел убегать, как вдруг решил сесть в автомобиль, и он оказался, друзья, открытым. Мало того, я еще смог его завести, и, как вы видите, он еще и затюнингованный. Короче, тачка-зверь, вообще, короче, супер, но чуть-чуть уже поломанная. Не мной, друзья, не мной, она была заранее сломана. Вот, и сейчас мы отправляемся в Лос-Сантос для участия в пейнтболе, друзья, пейнтбольную арену мы отправляемся. Маркер у меня уже стоит на карте, не знаю, успеем ли мы, будем ли мы участвовать вообще и как там что, заодно и посмотрим. Вот, если же у нас не получится, то заедем в магазин. Ё-моё, у меня тачка-то пропала. Кто-то, видимо, вызвал тачку-то, где она находится-то, арена. У Гетта, друзья, ой, даже не знаю, успею ли я. Сейчас, может быть, таксиста какого-нибудь найдем, но он тоже, наверное, не подвезет меня. Потому что таксисты, как правило, новички. Ладно, сейчас будем смотреть, друзья. Возможно, мы... Так, играться тут со мной не надо со мной играться. Дружище, стой, подвези, пожалуйста. Спасибо. Вот. Ух ты, может, становится? Стой, друг. Ну ладно, нет. Вот. Если же мы сейчас не успеем, и матч начнется без нас, и мы вообще не будем участвовать, то, друзья... Побежим в магазин одежды, посмотрим одежку себе, может быть, что-то мы и купим за 2000 рублей, но я в этом, конечно же, сомневаюсь. Ну ладно, посмотрим, проверим, побегаем. Такс, репортер, может быть, он мне поможет? Ну да, они все злые, я бы тоже, конечно, не остановился перед бомжом, поэтому что тут говорить. Ух ты, там вообще облава какая-то, смотрите-ка. Охренеть, охренеть, там вон менты. Так, я вижу ментов, которые уезжают сейчас. Они сдавили человека и уезжают со спокойной душой, друзья. Они просто взяли и уехали. Так, ладно. Сколько нам еще бежать? Блин, еще прилично бежать. Даже не знаю, может, такси все-таки вызвать, а? Так, а у меня денег нет. Друг, довези. Дружище. Довези. До пейнтбола 500 дам. За 500, поехали. Дам 500 долларов. Ну поехали. Хочешь, как хочешь. Ладно. Такси, стой. Еще все какие злые-то, а? Даже таксисты не останавливаются, охренеть. Правда, сейчас уже пейнтбол, наверное, начнется, я так думаю. Я так думаю, что да, что мы не успеем с вами даже добежать. Так, вон, 5 минут осталось. 5 минут. Ё-моё, я не успею. Хотя, надо постараться успеть. Давай, мы должны успеть. Давай, в 16:10 пейнтбол начинается. Я не знаю, каждый час, но не каждый час. Но сейчас у нас осталось 5 минут, друзья. 5 минут. Мы бежим. А я такой бегу, а волосы назад. Так, продам автомобиль марки Clover. Цена 14 долларов. Тысяч. Мало так-то. Прикольно. Так, давай, бежим. Не останавливаемся. У нас осталось 4 минуты. 4 минуты, друзья. 4. Так, таксисты бы найти. Вот как всегда. Когда не нужны, их нету. Так, вот тут какая-то прошмандовка бегает. Давайте. Бежим же. Скорее. Так. Давай. Далеко еще?
Ой, да мы уж почти прибежали, что-то осталось, фигня какая-то. Только вот я не знаю, примут ли нас вообще, разрешат ли нам участвовать. Сейчас проверим. Я, конечно, даже не знаю. Ну, там, возможно, что-то за участие нужно будет платить, но ничего страшного, у нас есть 2000 рублей, и я буду готов их отдать, если это потребуется. Если нет, тогда что, я буду расстроен. Смотрите, сколько ментов на карте, охренеть просто, как тут люди только живут. Здравствуйте, офицер Григорий Гусев, ваши документы. Да пошел ты. Так. Охренеть, сколько ментов. Ты тут не понтуйся на своей фигне. Я таких, как ты, пачками ложу. Ладно. Так, бежим, бежим. 3 минуты осталось. Отдам автомобиль Манки Слоу. Что-то больно до хрена нулей. Так. Морской флот. Так, в армию мы пока не спешим. Так, вон, я вижу уже маркер. Давай. Вот сюда нам надо. Дружище, давай. Мы должны успеть. Я не помню этот объект. Был ли он здесь вообще? Вообще эту дорогу не помню. Ну ладно. Все когда-то бывает впервые. Итак. Давай. Так, 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 так. 3000. Ну ё-моё. И второй еще и уровень нужен. Ну блин, а я печален просто, друзья. Ладно, ничего страшного, побежали тогда в магазин одежды. Посмотрим, что тут у нас по одежде. Так, общественные места. Тара-та-та, тара-та-та, все для хиппи полигон. Нет, давайте, короче, побежим в гетто просто-напросто. Это нам нужно бежать еще недалеко. Вот в эту сторону, короче, куда-то туда. Сейчас разберемся. 2 минуты осталось, друзья, у них. Так. Скорее всего, нет, вот сюда вот мне нужно бежать. Вот сюда вот. Или не сюда. Сейчас разберемся, в общем. Охренеть, 10 литров 300 долларов стоит. Вот здесь жуки, а? Жуки играют, жуки. Эх, пулька. Давно я тебя не видел. Так, давайте бежим. Сейчас посмотрим, что хоть по одежде у нас здесь есть на этом сервере. И следующая, друзья, серия, я уже думаю, посмотрим какую-нибудь работку. Так, возможно, скорее всего, да невозможно, автобусы, наверное, первая работа-то здесь. Для новичков. Автобусник, я так думаю. Поэтому будем гонять на автобусе, посмотрим, что выходит по деньгам. И будем как-то стараться уже выживать в этом мире. Будем стараться уже как-то себя показывать. Вот. Так что, ну, нам нужна одежка. Одежка, одежка. Про автомобиль марки Султан с элементами тюнинга. Цена договорная. Да, ладно. У нас он, тем более, 2000 есть. Уже живем, друзья, уже жируем. Уже можем покушать нормально в кафешке. Так, вот. Магазин одежды. Так, здесь мы можем вылечиться. Но нам это пока что не нужно. Итак. Ага, 1000, бомжатский скин. Отлично, отлично. 2000, вот, уже порядочный чё. Так, 2500. Да. И дальше уже, как я понял, по возрастанию идет, да? Так, 25, 40. Охренеть, такие говёные скины. Столько бабок стоит. 50. Охренеть, охренеть. 60. 100. 100, друзья, 150. 200, 250, 300, 350, 400, охренеть, 400, 408, 500, 610, 610 максимальный скин стоит, охренеть просто. Давайте, короче, за 2000 вот этого губошлепа, я не знаю, ну или 8 копить, или 5, так чё, 2000, друзья. Больше я и не накоплю пока что в первое время. Так, у вас нет шкафа для одежды. Если вы купите одежду, она заменит вашу текущую. Да, конечно, вот видите, друзья, оказывается, на этом сервере еще в системе домов есть шкаф. То есть, если мы купили эту одежду, у нас прошлое отправляется в гардероб. Замечательно просто. Сейчас давайте добежим до магазина 24/7 и бросим себе денег на мобильный счет. А, 24/7, не знаю, бросим ли мы. А вот уже до вокзала в бомжатнике мы точно сможем бросить туда
денежек нам на телефон, потому что мало ли какое объявление, либо еще что-то, либо такси вызвать элементарное, которое мы сейчас не смогли вызвать из-за недостаточных средств на счете. Поэтому сейчас мы бросим бабочек, вот, и будем заканчивать нашу серию. На этом сервере я впервые катался сам на автомобиле уже, о, охренеть просто. Но потом он пробал. Видимо, автовладелец его решил вернуть путем не знаю каким. Вот, и у него это получилось. Так, скорее всего, механика он вызвал, и механик ему вернул автомобиль. А мы уже тем временем практически прибежали, друзья. Сейчас 100 баксов кинем на счет и будем радоваться. Так, охренеть, банда сколько. Посмотрите, сколько бомжей. А мы уже выделяемся чуть-чуть из толпы. К нам уже бомжи смогут убегать и просить бабок, которых у нас нету. Типа думают, что мы уже все там обосновались, крутые перцы. На самом-то деле мы никто. Обратите внимание, сколько здесь автобусы стоят, рейсы. Охренеть просто можно. Много слишком. Так, чувак. Так, пополнить баланс телефона. 100. Так, отлично, друзья, вот мы пополнили баланс, купили новую одежку, узнали теперь, что нам требуется для участия в пейнтболе. Ну и теперь можно заканчивать серию, друзья. Спасибо всем за просмотр, с вами был я, Артём Плотников, и игровой канал Escape TV. Откройте описание к видео, и там вы увидите ссылки на мою официальную страницу ВКонтакте, а также на группу ВКонтакте. Давайте, друзья, всем пока, спасибо за просмотр, удачи вам!